Во второй половине минувшей недели на севере Красноярского края установилась аномально морозная погода. В условиях тихого и относительно малооблачного антициклона средний температурный фон оказался более чем на 20 градусов ниже климатической нормы. В Норильске по ночам температура воздуха в течение 4 дней подряд опускалась ниже минус 45 градусов, а в субботу минимальные термометры показали минус 47,3 градуса. Днем же было не теплее минус 42 градусов. При этом некоторые термометры в городе показывали, что температура опускалась ниже минус 50 градусов. В такой ситуации Норильск оказался окутан мощными морозными туманами с видимостью около 500 метров. К туманам примешивался дым от печного отопления и многочисленных котельных, а также выхлопные газы от автотранспорта. Сегодня, 25 января, температура воздуха в Норильске составляет минус 42 градуса.